Ты что, хочешь меня утопить? Оставь меня. Но мы убежали, и мы друг друга любим. Да. Жарко. Я искупаюсь. Иди сюда, помиримся. Мамме, как жарко. Эй, да здесь огонь. Все горит. Все горит. Я задыхаюсь. Ты посмотри, что бывает, если приходится делать перманент в час ночи. Уходите. Мне надоело, надоело. Ты обожглась? Все, поломали. Ничего, ничего. Что случилось? Вы с ума сошли? Случилось, что ты больше не женишься. Как это больше не женюсь? Анджелина? Ну, пошел. Мы что, на карнавале? Заприте его на ключ, а то убежит. Как противно. Что поделаешь, Анджелина? Мы родились неудачниками. Ты да, а я нет. Куда это ненормальное? Нет. Она этого хотела, и она это сделает.
Кто там? Паскуале, это я. Развяжи меня, Анжелина. Развяжи меня. Потихоньку, а то они услышат. Да, да. Я должен идти продавать устриц. Мусор, из-за вас меня штрафуют. Ты посмотри, я шел себе спокойно в поле. Но потом я вам хорошо заплачу. Это дело на четверть часа. Что? Пойдем, заработаешь 300 лир. 300 лир? Паскуале Крокио, ты хочешь взять присутствующую здесь Анжелу Кафалло в свои законные супруги согласно обряду Святой Римской Церкви? Да-да. А ты, Анжела Кафалло, хочешь стать законной супругой присутствующего здесь Паскуале Крокио согласно обряду Святой Римской Церкви? Да. Дайте друг другу правую руку. Соединяю вас браком во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты только посмотри. Кольца. Поздравляю, желаю 100 дней таких, как этот. Да-да. Даже не у главного алтаря. Нас привели сюда. Потому что здесь Иисус, большой-пребольшой. Он принесет нам удачу. Принесет удачу. А 300 лир? Подожди, после, после. Сядьте, еще не закончилось. Дон Гуидо, рынок открылся, можно идти, а то мое место займут. Теперь вы супруги. Но разве вы назовете это свадьбой? Подумайте, как могло бы быть хорошо с музыкой и цветами, а главный алтарь весь был бы освящен. Почему вы убежали, дети мои? Почему вы оставили принципы Святой Матери Церкви? Откройте, откройте! У них нет нашего согласия. Ты не можешь их обвенчать. Откройте! Сколько проповедей. И все впустую. Они уходят, а мои 300 лир? А мои?